Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханако Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Спасибо. Рада снова тебя видеть. Что-то случилось? Пойдем. Джефф тебе все расскажет. Он как раз заканчивает готовиться к дебатам. Я перенесла все встречи, которые были в офисе. В смысле, офис у нас прямо здесь. Так что нам никто не помешает. А что мы все-таки планируем делать? Моей программы. Я сейчас не могу дать задний ход, потому что Найт... Нет, я не буду сосать им хуй, чтобы потом меня ебали в жопу. Все, мне пора идти. Внеси правки, я потом тебе перезвоню. Ви, спасибо, что приехал.
Джефферсон? Садись, не стесняйся. Поговорим о том, зачем я тебя позвал. В нашем доме произошел очень странный случай. В каком смысле странный? Просыпаюсь я пару дней назад, среди ночи. Не помню от чего, от какого-то шума. Я беру пистолет и выхожу из спальни. Вижу, кто-то чужой. Понимаю, что он сейчас потянется к оружию, и стреляю в него. Попал? Не знаю. У меня закружилась голова, и я упал в обморок. Утром все было как обычно. Я хочу, чтобы ты нашел и допросил этого человека. Почему ты предлагаешь это мне? Не проще было нанять детектива? Я предпочитаю проверенных людей. В общем-то, правильно. Правда, ты не смог выяснить причину смерти Райана. Но мне понравился твой подход. Я понял, что могу тебе доверять. Полиция уже знает? Мы не хотим поднимать шум и привлекать к себе внимание. Понимаешь, полиция сольет прессе что угодно за пару лишних эди. Если бы мы заявили о взломе, журналисты уже стояли бы у дверей в три ряда. Ясно. Никаких копов. Мы сообщили об этом только ССБ, нашей частной охранной службе. А что говорит ваша охранная служба? Что-то выяснилось? Вот тут-то и начинается самое странное. Они говорят, что никакого чужака не было и никто не стрелял. На записях с камер пусто. Охранник у входа тоже ничего не слышал и не видел. Они считают, что Джеффу все это просто приснилось. Удобное объяснение. Лиз отправила охрану в отгул, чтобы ты мог прийти. Можешь описать, как он выглядел? А, я плохо помню, тем более было темно. Я заметил на нем какую-то маску. А может, это был имплант? Я не успел к нему присмотреться. Элизабет тоже его не видела, да? Я все проспала. От предвыборной кампании так устаешь. Говоришь, ты потерял сознание? Да, сразу как выстрелил. Так и дальше? Ничего, проснулся утром в своей постели с адской головной болью. И ты вообще не помнишь, как туда вернулся? Нет, вообще не понимаю. Элизабет тоже. Из вещей что-то пропало? Или, может, сломано? Да вроде нет. Я тоже ничего такого не заметила. Мне кажется, Джефф сразу проснулся и спугнул его. А что это за охранная компания? ССБ? На рынке они уже 15 лет. У них клиенты по всему городу. Если я правильно помню, мне их посоветовал кто-то из знакомых. Думаешь, они как-то в этом замешаны? Или они, или тот, кто стоит за ними. Никто не приходит на ум? А, Уэлдон Холт? Он мой прямой конкурент. Мы боремся за один и тот же пост. И Холт проигрывает в вопросах избирателей. Но вообще это может быть кто угодно. У Джеффа много врагов, в том числе влиятельных. Мы так можем гадать весь день. Ну да. Поэтому я и позвонил тебе, Ви. Помоги нам понять, что тут происходит. Думаю, для начала мне надо осмотреть комнаты. Конечно. Элизабет тебе все покажет. А я побежал на собрание. Позвони, как что-нибудь узнаешь. Ну, пойдем. Я все тебе покажу. С этим лучше не тянуть. Отлично, веди. Начнем с места, где Джефф увидел нашего гостя. Честно говоря, иногда мне хочется взять и все бросить. Политику? До сих пор у нас получалось отклонять предложения о сотрудничестве с Найтом, биотехникой, Арасакой. Ну да, до сих пор.
Вот если Джефф станет мэром и при этом не будет никому должен, тогда это можно считать победой. Это кабинет Джеффа. Капитанский мостик, склад и блошиный рынок сразу. Какие вы счастливые. Это ваша дочь? Шочи, мы так по ней скучаем. Она учится за границей. Да? А где? В Европе. Мы отправили ее в вуз, где дают прекрасное образование. Она теперь за океаном, но с этими выборами Джеффа так безопаснее для нее. Фастфуд? Похоже, вы с Джеффом серьезно перерабатываете. Выборы? Нет времени даже думать о еде. Вот и заказываешь, чтобы быстрее доставляют. Печально, что Джефф в последнее время не ест ничего другого. Это персональный компьютер Джеффа. Я сомневаюсь, что он как-то поможет тебе в расследовании. Замазанные дырки от пуль. Кто-то пытался заделать дырки от пуль. Я так понимаю, вы с мужем тут ни при чем? Нет, конечно же нет. Вы с Джефферсоном прошли большой путь. Я лично мало знаю простых людей, которые столького добились. Да, если ты не родился в богатой семье, шансы невелики. А если ты родился в Хейвуде, они вообще ничтожны. Свадебная фотография. Интересный фон. Я хотела голубые розы. Это наша спальня. Голубые розы? Ты уверена? Розы на фото больше похожи на красные. Ну да, ты прав. У них не было голубых, точно. Кровь. Ее вычистили, но не до конца. Чья это кровь? Кого-то из вас? На 100% уверена, что нет. Может, взломщика? Похоже на то.
Сломался? Пару дней назад работал. Мы им редко пользуемся. Что это было? Вообще не ебу. Что-то приятное, но странное. Как приход от кислоты. И часто такое случается с этим экраном? А с другими так же? Не понимаю, о чем. Вот, секунду назад было. Ты не видела? Нет. А что? Да так, ничего. Куда ведет эта дверь? Какая? Тут нет двери. А мой сканер говорит обратное. Погоди, дверь? Прямо здесь? Господи боже! Кажется, можно поставить вашу охрану в начало списка подозреваемых. Они залезли в наш дом, в нашу жизнь. Просто нет слов. Интересно, как давно началась эта игра в прятки? Слишком давно. Ты опять говоришь сам с собой? Я больше на порог не пущу никого из этих... С тех пор, как за мной начал таскаться один тип. Как больно! Что с тобой? Не волнуйся за меня. Продолжай. Странная электроника. Для чего все это? Она подключена к настенным экранам. Интересно, куда ведут эти провода? Ugh.
Странно. Такую технику уже давно не используют, но она выглядит новой. Я видел кое-что похожее на войне. Такие передатчики были у Милитеха. ДМВ короткого диапазона. Нужна прямая видимость, зато сигнал перехватить невозможно. Прямая видимость? Значит, приемник должен быть где-то неподалеку. Давай посмотрим. Вижу приемник. Рядом с ним стоит черный фургон. Думаю, он нам и нужен. Передатчик вполне добивает до этого фургона. Интересно, видела ли его когда-нибудь Элизабет? Дело гораздо серьезнее, чем мы думали. Кажется, вся компания Джеффа под угрозой. С компанией я как-нибудь сама разберусь. Просто скажи, что ты еще нашел. На крыше стоит передатчик. Он посылает сигнал в фургон рядом с домом. Вот скажи, ты в курсе? Никакого передатчика мы не ставили. И о фургоне я тоже ничего не знаю. Мне кажется, это все ССБ. Не исключено, но обычные безопасники такой техникой не пользуются. Ты проверишь фургон? Да, хочу познакомиться с этими людьми. Я подожду здесь. Не говори пока ничего Джеффу, хорошо? Окей, как хочешь. Я позвоню ему, когда узнаю что-нибудь. Кретный. Отлично. Только помни, что у Джеффа сейчас горячая пора. Ты всегда можешь поговорить со мной? Хорошо, я это учту. Не хочешь взять машину, Ви? Этот фургон может уехать в любую секунду. Thank you.
Сейчас узнаем, что. Не упусти их, Ви. Что, стало интересно? Мы с тобой напали на след какого-то заговора. Жопой чую. Может, это агенты корпорации, и вообще хер знает кто. Смотрят на политиков и видят красивый фасад, а за ним идет настоящая война. Это не люди выбирают депутатов в парламент. А кто? Крупные игроки, кукловоды. Они следят за такими пиралисами, ищут их слабые места, шантажируют, мухлюют с выборами. Они заманивают нас в Нордсайд? Это точно ловушка.
дальше. Все забито электроникой. Данных по производителям нет. Модов моя оптика тоже не засекает. Эта машина не серийного производства. Для чего она? Что они там делают? Да хрен знает. Может, пиралисов прослушивают какие-нибудь спецслужбы? Или пресса ищет на них компромат? Готово, мы внутри. Да тут информация подробнее, чем в полицейском досье. Фотографии, медицинские карты, уровень нейропластичности. Это какая-то база данных. Сканы мозга обоих пиралисов, биологические слепки, нейропластичность. Блять, а это еще что за голубая фигня? Новые нейронные связи. Джонни, они за ними не шпионят, они меняют их сознание. То есть кто-то буквально водит на поводке наших независимых политиков? Угу. Красные пятна — это следы памяти в области гиппокампа. Видишь, они накладываются на голубые. Ну и какой из этого вывод? Они пересаживают им воспоминания, меняют личность. Здесь говна не расхлебать, Джонни. Ебануться.
Кстати, среди подопытных кроликов не только пиралисы. Быстро все скачивай. Кто придет за этой инфой, тот главный подозреваемый. Блять, они стирают данные. Нас обнаружили. Теперь они знают, что кто-то копался в их базе. Главное, знают ли они кто. Ви, есть какие-нибудь новости? Ты там стоишь? Тогда лучше сядь. Все оказалось намного хуже, чем мы думали. Что такое? Кто-то в прямом смысле промывает вам мозги. Они просканировали вас и через какую-то программу меняют ваши... Стой! Не по телефону. Хорошо, скоро буду. Нет, подожди. Нам с тобой надо поговорить наедине. Я буду ждать в Лапшичной в Джапантауне. Сейчас вышлю координаты. Окей, сейчас приеду. Готово. А ты? Привет. Может, сядешь? Пожалуйста. Спасибо, что приехал. Уютное местечко. Но мне кажется, ты предпочитаешь другие. Для тайных встреч самое оно. Окей, как скажешь. В чем дело-то? Я... Прости, я немного нервничаю. Не могу собраться с мыслями. Мы же вроде виделись совсем недавно. Что-то случилось за это время? Нет. Ну, то есть случилось, но довольно давно. Это долгая история. Я просто не знаю, как тебе рассказать и с чего начать. Начни сначала, я не спешу. Какое-то время назад я заметила, что Джефф изменился. Его личность стала другой. Он как будто на моих глазах превращался в другого человека. То есть? Он перестал читать. Забыл свой любимый фильм. Внезапно стал слушать совсем другую музыку. Вот, однажды я предложила ему сходить на могилу брата. А он сказал, что он единственный ребенок. Тогда я начала понимать, что происходит что-то плохое. Что-то ненормальное. И не только с Джеффом. Ага, ты тоже начала меняться? Через некоторое время. Друзья несколько раз говорили мне, что я веду себя странно.
Даже представить трудно. Да вообще. В такие минуты перестаешь понимать, что реально, а что нет. То есть ты знала, что я могу обнаружить все это время? Я знала, что нас меняют. Но не знала, кто, как и зачем. Это потайная комната в нашей квартире. Что с ней? Я уверена, что знала о ней, но потом почему-то забыла. По-моему, это страшно. Ты Джеффу что-нибудь говорила? Я пыталась, но он каждый раз просто смеялся. Ему кажется, что я все выдумываю. Он как-то вспоминал курорт, на котором, клянусь, мы никогда не были. Ты знаешь, как он его подробно описывал? Я почти ему поверила. А ты не могла забыть? Вдруг тебе этот курорт стерли из памяти? Черт, я уже ни в чем не уверена. Ты понимаешь? Мне кажется, у этой истории есть продолжение. Как-то ночью я увидела в доме человека. Он возился с мониторами. Но я тогда уже была в таком состоянии, что не знала, верит ли своим глазам. И ты ничего не сделала? Я не помню, что было дальше. Утром я пошла поговорить с охраной. Знаешь, что странно? Ты пошла с этим не к мужу, а к охране. Я думала, что схожу с ума. Хотела сначала посмотреть записи с камер. Конечно, там ничего не было. И что я должна была рассказать Джеффу? На следующий день мне позвонили. Кто это был? Не знаю. Кто-то из них. Тот, кто говорил, изменил голос. И тем более не представился. Тебе угрожали? Чем-то тебя шантажировали? Мне сказали, что я хожу по тонкому льду. Что с Джеффом может произойти несчастный случай. А потом запись разговора отовсюду стерли. Будто его никогда и не было. Я умоляю тебя, Ви. Джефферсон не должен об этом узнать. Никогда. Я не хочу его потерять. Ты знала, откуда взялся чужак, Лиз, но все равно водила меня за нос. У меня не было выбора. Я не знала, что делать. Нет, Лиз, ты хотела, чтобы все шло как идет, потому что тебе это выгодно. Выгодно? Еще бы. У тебя прекрасная жизнь, известный муж, ты ни в чем не нуждаешься. Думаешь, я так хорошо живу? Ты понятия не имеешь, каково мне приходится. А может, ты так говоришь, потому что тебя запрограммировали? Просто покорно воспроизводишь то, что кто-то вложил в твою голову. Неважно. Я люблю своего мужа и хочу, чтобы он был здоров и счастлив. Или им выгодно, чтобы ты хотела? Знаешь, что сделает Джефф, если ты ему все расскажешь? Я тебе скажу. Он полезет разбираться. Нельзя, чтобы он узнал. Это его уничтожит. Черт, Элизабет. Кто-то в наглую копается у вас в головах. Тебя это устраивает? А что я должна сделать? Умереть за правду? Дождаться, пока у меня отберут мужа? А я должен врать заказчику? Я скажу Джеффу, что ССБ нанял его соперник, Холт. Тебе надо просто это подтвердить. А если я не соглашусь? Что ж, решай сам. Только помни, с тем, что случится, жить потом не тебе. Да ладно. Ты правда уволишь охрану? После того, как тебе угрожали, это будет очень смело. То, что с нами делают, это одно. А потайная комната — это совсем другое. Я не позволю, чтобы кто-то смотрел на нас, когда мы спим. Не хочу, чтобы за мной шпионили в моем доме. Да какая вообще разница где? С тем, что будет делать ССБ, я разберусь сама. А тебя я просто прошу не вмешивать во все это Джефферсона. Я добавлю в график Джеффа встречу в парке примирения.
Он будет ждать. Возможно, завтра я уже не вспомню об этом разговоре, поэтому не забудь, пожалуйста, о чем я тебя просил. Не забуду. Большего пообещать не могу. До свидания, Ви. Вот уж пиздец так пиздец. Не хотел бы я быть на ее месте. Кстати, о птичках. Наложение воспоминаний, смена личности. Ничего не напоминает? По крайней мере, мы знаем, что нам грозит. Вообще никакого сравнения. Ты же сам видел. Эти люди специально меняют их мысли и воспоминания. Ага, превратили Пиралиса в какую-то киберкуклу. И еще в мое время люди боялись, что с ними такое сделают. Изменение когнитивных паттернов, удаленная нейроперестройка. Проще говоря, манипулирование. Самое главное, что оно идет незаметно. Через сигналы от телевизора, колебания электрической зубной щетки. Не прикопаешься. Что бы ты сделал на моем месте? За всем этим стоят редкостные скоты. Кто-то должен с ними разобраться. Даже ценой жизни пиралисов? Хер знает, что выкинет мэр, которым вертят какие-то говноеды. Ну да, ты можешь поставить под угрозу их жизнь. А можешь не поставить. Трудный выбор, Ви. Значение, что ты ему скажешь. Что бы ты ни решил, что бы ты ни сделал, ты ничего не изменишь. Что? Мы знаем, кто ты. Мы знаем, что ты. Мы знаем, чего ты хочешь. Ты идешь по тонкому льду. Не переходи границу. Бля. Nicola!
Привет, Ви. Надо поговорить. Да, знаю. Элизабет мне рассказала. Похоже, не зря я все-таки нанял профессионала. Элизабет? А что именно она сказала? Только то, что ССБ шпионила за нами по приказу этого сукиного сына Холта. Надеюсь, ты расскажешь больше. ССБ работала не на Холта. Честно скажу, ты в глубокой жопе. В смысле? Вам взломали мозг, Джефферсон. Тебе и Элизабет. Это что, какая-то смешная игра слов? Странные сны, провалы в памяти, путанные воспоминания. Это все не только от стресса. Не знаю, на что ты пытаешься мне намекнуть, но меня этот разговор начинает напрягать. Да проснись ты. Тебе трахают мозг больше, чем порноману в пункте проката виртов. Я тебе плачу не за то, чтобы ты мне загадывал загадки. Говори прямо. ССБ работает на группу неизвестных, которые манипулируют вашей жизнью. Ты знал про потайную комнату в своей квартире? Ближе к делу. Там стоит техника, которая тебе и не снилась. Эти люди знают все о тебе и о твоей жене. Они наблюдают за каждым вашим шагом. Кто-то программирует тебя и твою жену. Ви, такое бывает только в фильмах. Я видел сканы твоего мозга, изменения в нейронных соединениях. Это не фильм, Джефф. Это происходит давно и с тобой, и с твоей женой. Вам меняют воспоминания, вкусы, даже убеждения и привычки. Как я мог об этом не знать? Мне очень жаль, но ты больше не можешь доверять своей памяти. Но если это так, я уже никогда не узнаю, что в моей жизни правда, а что ложь. Погоди, взломщик. Я должен его найти. Поверь, ты его не найдешь. Нет, я доберусь сперва до него, а потом и до этих людей. Я выведу этих тварей на чистую воду. Тогда и посмотрим, кто кого. Худшее, что можно сделать с человеком, это украсть у него личность. Я бы тоже стал мстить. Они сделали меня победителем, и это им еще аукнется. Пока что пусть думают, что у них все карты на руках. Удачи. Боже мой. Надо сказать, Лиз. Твоя жена все знает. Что? Правда? В какой-то момент она догадалась. Элизабет? Нет. Она бы сразу мне сказала. Она боялась за твою жизнь, за жизнь вашей дочери. Ее можно понять. Нет. Нет, она никогда ничего от меня не скрывала. И ее нелегко напугать, поверь мне. Она получила анонимный звонок, и ей приказали не болтать. Элизабет, как идеальная жена политика, поставила семью на первое место. Я им этого никогда не прощу. Я могу тебе чем-нибудь еще помочь? Ты уже и так помог, Ви. Нам осталось только ждать. Что теперь? Все еще хочешь быть мэром? Ну, я же не затем пошел на выборы, чтобы сдаться. Я подожду, пока появится подходящая возможность, и нанесу удар. Разве не этого как раз они хотят? Они получат больше, чем ожидали. И ты за свою работу тоже. Всего хорошего, Ви. Удачи тебе. И спокойной ночи.
Ну, что думаешь? Мне кажется, что за этим стоят не люди. Пришельцы. Очень смешно. Когда тебя еще на свете не было, все боялись диких эскинов, которые рыщут по киберпространству. То есть не пришельцы? Неважно кто. Главное, что этот мужик поднял брошенную перчатку. Наш человек. La nuit on crée des orages, les faits qu'on fait le flip pour se cacher dans le fourrage des miroirs. Более чем доволен своим внешним видом. Прошу вас перестать. А что ты мне сделаешь-то? Например, чашечку чаю. Рекомендую зеленый. Что? Что вы себе позволяете? Ты оглох. Он тебя попросил. И очень вежливо. Спасибо тебе, Ви. А то я испугался до самого ядра. Думал, он на мне напишет всякое. Такое унижение. Слушай. Мы столько пережили вместе, наверное, уже можем считаться друзьями. А это надо отметить скидкой. Спасибо, Брэндон. Не за что. Ты заслужил. Ты такой крутой и такой милый. Ну, не со всеми. Я не мог бы и слова дурного о тебе сказать. Ведь о мертвых либо хорошо, либо ничего. Постой. Что? Тебя уже не должно быть, а ты существуешь, как системная ошибка или демон, написанный гениальным нетранером. Ты ведь знаешь, на что способны демоны, правда ли? Откуда ты об этом знаешь? Удивлен? Сюда приходит много людей, а я всегда их внимательно слушаю.
раз или два я услышал твое имя и сопоставил факты. Неплохой я детектив для торгового автомата. Знаешь, лучше в другой раз об этом поговорим. Ладно, давай, Брэндон. Вы хотите крови? За этим вы сюда пришли? Ви! Это ты удачно зашел! Я смотрю, ты тут как дома. Ну, есть такое дело. Люблю развлекать людей. В глубине души я клоун. Угу. Ты только к детишкам на дни рождения не ходи. Да, не стоит. Так что, я с тобой дерусь? По обстоятельствам. По каким это? Если хочешь отхватить люлей, то вперед. Выворачивай карманы, деньги на бочку и айда веселиться. Если уж в это лезть, то за нормальные деньги. Поднимаю ставку. Ого, я смотрю, ты по мелочам не размениваешься. Окей, я поддержу. Иди за мной. Готовы? Начинаем! Да. Чего тянуть-то? Пусть победит сильнейший! Ugh!
Кто бы сомневался? Да, чего тянуть-то? Пусть победит сильнейший! Да, чего тянуть-то? Пусть победит сильнейший! Сука, сука, сука! Ух ты ж, ёп! Ви побеждает! Сопернику засчитано техническое поражение! Вот твои деньги, забирай и вали отсюда! Спасибо. И если что, это... Это не я ему гранату в рожу вкрутил. Просто уйди, ладно? We'll be right back.
Ugh.